Конкурс проводится факультетом журналистики с целью продвижения институтов и факультетов Южноуральского государственного университета и укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Мы выступили с инициативой, организовали этот конкурс студенческих рекламных работ и получили очень интересное предложение по тому, как позиционировать наш проект и наш университет в проекте 5100 в обществе, в мировом образовательном пространстве, среди абитуриентов и так далее. Участниками конкурса стали студенты нашего университета, предоставившие свои работы в соответствии с предложенными номинациями, а именно наружная реклама и интернет-реклама. Конкурс проходит с 17 ноября по 21 декабря 2015 года.